Изделия из листовой нержавеющей стали, трансформаторы сухого типа, инжиниринговые системы. Эту и другую высокотехнологичную продукцию выпускают на территории Одинцовского технопарка. Проект Одинцовского технопарка начали в 2019 году. Новые владельцы выкупили промышленную площадку с торгов. Это были два обанкротившихся завода – Одинцовский машиностроительный и Калибровский. За время банкротства помещение пришло в упадок, поэтому пришлось провести масштабную реконструкцию. Российский аналог западному производству с надписью «Сделано в Одинцовском округе» – повод для настоящей гордости. Вы делаете трансформатор? Да, мы... Очень узкая линейка продукции у нас, только трансформаторы и только сухие трансформаторы. Значит, без масла, да? Без масла. То есть, ну, вот дальше мы пойдем. Обмены не меняются в такой отрасли? Это все, что связано с пожаробезопасностью и с экологией. То есть, это металлургия, это нефтянка, это соцкультбыт, это стадионы. Предприниматели высоко оценивают преимущества работы, логистику, складские возможности, производственные пространства. Наша задача, как управляющая компания, обеспечить их теплом, светом, возможностью разместить персонал, а их производить. Сотрудничество с технопарком для производственных предприятий является своеобразным гарантом безопасности, роста и увеличения прибыли. Если он подтверждает свой статус технопарка, значит, у него, во-первых, есть возможность обеспечить производство. Но, во-вторых, люди, которые с ним подписали соглашение о резидентстве, они имеют как раз право на работать уже с федеральной, с региональной или муниципальной поддержкой. Сегодня Одинцовский технопарк занимает 20 тысяч квадратных метров. Здесь базируются производственные площадки более 10 компаний-резидентов. Они производят импортозамещающую продукцию мирового уровня по ценам российских производителей. В планах руководителей построить дополнительное здание на 7 тысяч квадратных метров и увеличить мощности, что позволит создать 300 новых рабочих мест. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».